Почему иногда мы общаемся неконструктивно? Потому что есть несколько принципов конструктивного общения, и один из этих принципов – это адресность. Когда два сотрудника в курилке друг другу говорят: «Блин, опять начальство что-то не то придумало, переезд в новый офис, там, или опять расселись по домам, или опять надо собраться, как я буду свои цветки переносить, кто их будет поливать?» Это не адресно. Это примерно так же адресно, как две старушки на автобусной остановке друг другу жалуются на президента: «Вот у нас никто двор не убирает». Президент не услышит, он не прослушивает автобусные остановки. Руководство не прослушивает курилки, обычно. Я не знаю, как у вас, но обычно не прослушивает. Чтобы коммуникация была конструктивной с точки зрения адресности, нужно, чтобы кто-то пошел к руководству и сказал: «Знаете, вот что-то мы все время переезжаем. Как мне быть с цветками? Я пока не понял». И дальше вот, и вот это переключает адресность, и это делает обсуждение более конструктивным. Или бабушка идет к муниципальному депутату. Понятно, что у бабушек там свои истории, да, и не всегда это просто сделать, и здоровье там не позволяет. Но это добавляет адресности в коммуникацию, в то, что происходит. Когда к вам приходит сотрудник, что-то говорит, вопрос, он к вам-то по назначению пришел или нет? Он чего хочет на самом деле? Он приходит и начинает жаловаться на коллег из соседнего отдела. Вы ему тут можете помочь или нет? Я всем руководителям рекомендую спрашивать: «Слушай, вот я слушаю то, что ты говоришь. Но чего бы ты хотел от меня по этому поводу? Я могу посоветовать, я могу вмешаться, я могу с тобой это обсудить, какие-то аргументы подобрать. Ты чего хочешь-то на самом деле?» Вот само это, само по себе, вот это добавляет адресности и конструктива к тем обсуждениям, которые у вас происходят. Подумайте, с тем ли человеком вы обсуждаете, с кем эту проблему можно решить. Возможно, ключ к конструктиву лежит где-то здесь. На нашем курсе Team Lead 101 мы как раз про это будем подробно говорить, когда будем разбирать тему конструктивной конфронтации. Потому что принципов конструктива есть 4, а есть еще алгоритм решения проблем с людьми. Приходите, будем разбираться.